приветствовать вас на моем канале. Вы на канале Вкуснейшин с Ланой Ланови. Сегодня вместе с вами мы приготовим очень вкусный закусочный салат из огурцов. Это очень вкусная и аппетитная закуска. Для приготовления нам потребуется 2 килограмма огурцов, 1 килограмм лука, пучок укропа, 1,5 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 125 мл растительного масла, я всегда беру ароматное масло, 100 мл 9% уксуса. Также понадобится 2 лавровых листика и примерно 8-10 штук перца горошком. Итак, приступаем к приготовлению. Перед приготовлением огурчики я обязательно замочила на 2 часа в холодной воде, так как огурцы я покупала. Если у вас свои огурчики и вы только что их собрали с грядки, не обязательно их замачивать на 2 часа, а просто можно их промыть тщательно под проточной водой, и они у вас будут готовы к нарезке. Нарезаем огурчик толщиной 0,5 сантиметра кружочками. Мелко режем укроп. Итак, я нарезала уже огурцы. Огурцы я предварительно перед нарезкой обязательно замачивала в холодной воде на 2 часа. Затем обрезала хвостики и порезала вот такими вот кружочками толщиной 0,5 сантиметра. Затем я порезала луковицу. Луковица у меня была очень крупная. Мне пришлось ее разрезать на 4 части и порезать вот такими вот небольшими кусочками. Если у вас луковица мелкая, то самая хорошая нарезка будет, если вы ее порежете полукольцами тоненько. И вот так вот мелко я порезала укропчик. Итак, нарезали мы все овощи, и сейчас мы начнем их смешивать. К нарезанным огурцам я добавляю сейчас мелко резанный укропчик. Затем добавляю сюда резанный лук. Добавим 2 лавровых листика и перец горошком, примерно 8-10 штучек. Добавим 1,5 столовые ложки соли, я добавлю с горкой. Три столовые ложки сахара. Сейчас салат я перемешаю и оставлю настаиваться 2 часа. Ну вот, салатик я перемешала. Сейчас я его накрою и отставлю. И тем временем необходимо прокипятить крышки и простерилизовать в банке. Я его буду стерилизовать в духовке при температуре 180 градусов. Итак, прошло у нас 2 часа. Огурчики дали сок. Сейчас я их поставила на плиту и довожу их до кипения. Ну вот, огурчики у меня уже закипели. Нагрев плиты я уменьшаю ровно в половину. Постоянно помешиваю огурчики и провариваю 10 минут.
Итак, мы добавили 100 миллилитров 9% уксуса. Сейчас мы доведем огурцы еще раз до кипения, то есть мы повысим температуру нагрева плиты. Салат нас уже уплотнился, немножко осел, это очень хорошо. И что нам нужно? Нужно дождаться, когда огурчики изменят цвет. То есть они должны быть цвета, как маринованные. Ну вот, салатик наш уже готов. Баночки у меня уже стерилизованные, тоже готовы. Салат по баночкам разлаживаем только горячий. После того, как я добавила уксус, я проварила буквально минуты 3, потому что сильно долго варить нельзя, иначе огурцы у вас будут мягкими. С момента, как я добавляла уксус, я проварила 3-4 минуты, не больше, иначе бы огурцы стали мягкими. Банки мои стерильные, стерилизованные, уже готовы. И сейчас салат я начну раскладывать по баночкам. Ну вот, огурчики я разложила по баночкам. У меня получилось 4 пол-литровые баночки. Крышки я уже прокипятила и сейчас буду салатик накрывать. Самое главное здесь не переварить огурцы. Ну вот, крышечки я уже закрыла и банки перевернула. Накрывать банки я не буду, потому что если накрыть банки, огурчики станут мягкими. И оставлю в таком виде до полного остывания. Салат получается невероятно вкусный и хрустящий. Не требует очень много времени для приготовления. И также не требует большого количества ингредиентов. И если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в мои группы и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Всего вам хорошего, приятного вам аппетита!